you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в МТА на серии Nave Times RP. Сегодня новая серия, будет такая насыщенная серийка. Сегодня я хочу поставить блат номера на каких-то их своих машин. Да, какие-то блат номерки поставить. Не знаю, на какую тачку на самом деле. Я еще думаю, блин, как я реально привык к этой Феррари. Она мне раньше не нравилась, но сейчас она мне так нравится. На ней просто езжу, кайфую. Чип на нее просто идеально стоит. Реально, она такая еще красивая. Сегодня поставим блат номера на какую-то из моих машин. И еще я хочу, знаете, что сделать? Да, штрафы заебали эти. Лаги немного. Лаги на туре что-то. Непонятно за чего. И хочу сегодня подрифтить на моем марке. Марк, не помню, какой у меня марк. Че такие лаги жесткие? Марк 2. Ебать. Розовый пиздец просто. Розовый пиздец. Именно так и называется. Так. Убираем ее. Так, где она? Вот. Где? Она внизу где-то. Блин, как она заебала, где она? Где ты, малышка моя? В натуре я не вижу ее. Мерседес, Рейндж Ровер, Порш. У меня мест так немного, на самом деле. Вот она, ёпта, блядь. Для Феррари, ёпта, вот она. Так, давайте платим штрафы. И снимем босс еще. 50 лямов нам нужно. Чувак, подвинься, пожалуйста. Подвинься. Шевели булками, пожалуйста. Так. Снять. 50 лямов. Все. Так, я думаю, этих денег хватит, чтобы поставить какую-то машину блат номера. Так. Skyline, нет. Что есть такое нормальное? Спайдер. Не, май. О, Макларен. На Макларен надо поставить номера. Какие номера? Вот что. Короче, номерки поставили. Мак. И что еще поставил? Хам. 3 восьмерки, 88 регион. На Макларен я поставил Мак 3 восьмерки. Я думаю, это довольно-таки прикольный номер. Сейчас поедем на Дрифтарс, и там будем раздавать уже боком. Макларен, конечно, я уже чип перенастроил, вот это уже нормальный чип валит. Валит знатно. Ай-яй-яй. Ой. Вон там всегда такой трэш происходит просто. Так. Починимся. Во-во-во-во. Потише, малышка. Так, вот у нас здесь. Так, аккуратненько. Оп, спасибки. Так, нет, стоп, нужно убрать. Нет, стоп, что я взял? Макларен, ёпта. И берем мою морковку, мою любимую морковку. Так, теперь можно понавалить боком. Давайте даже сделаем вот так вот. Просто будем сейчас валить боком. На этом чудо-юде. Чудо-юда просто. Оп. Блин, что-то я надо разрифтиться, я давно просто не играл в МТА. Как бы, где-то неделю не играл, поэтому надо раздрифтиться, малёха. Совсем чуть-чуть. Нужно дать угла. Во, так заебись вообще. Идет бочком, мне прям нравится. Оп, хорошо, молодец. Молодец. Так, давайте. Конечно, я не супер, это полный привод стоит дрифт, по-моему. На задний, я просто забыл уже, как чипы делать, я раньше умел, потом год не играл в МТА вообще. Так что все позабывал, как чипы делать и так далее. Раньше я, в принципе, умел чипы хорошие делать. Но я тогда потом игру приостанавливал, они все удалились, эти чипы. Поэтому как-то так. Поэтому как-то так.
Все равно бочком знатно валит машинка. Мне это нравится. Вообще замечательно просто. Так. Оп. И не... Хуя не оп. Да, дрифтер из меня плохой. Не спорю. Блин. Ну, это больше, знаете, по городу дрифтовать чип. По дрифт-трассе. Я даже не пробовал на дрифт-трассе на этом чипе есть. Поэтому... Извиняйте, если хреновый дрифт, строго не судите. Тут уже более-менее, кстати, начинается. Так. Во-во-во-во. Молодец, молодец, давай. Давай-давай-давай, перекладочка-перекладочка. Тихо-тихо-тихо. Во. Во-во-во, давай-давай-давай. Ай, чуть-чуть снесло. Так, поворот надо идеально пройти просто. Просто идеально. В принципе, как я его и прошел. Хотя вот если не спешить, спокойненько так сосредоточиться, то вроде бы как получается. Так, за траву не выходим, аккуратно все делаем. Блин, вот им-то вообще тема. Тут можно делать все, что угодно, на самом деле. Просто все, что тебе угодно. Что твоей душе, точнее, угодно. Все здесь это можно делать. Вообще на езях. Тут, конечно, косячил. Думаю, в принципе, на этом серию можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сирать, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city.